Ой, как ты показываешь, как ты кушаешь кашку. Это мой первый автомобиль. Как у папы голубенький. Папа синенький, а у меня голубенький. Мне нравится в нем сидеть. Нам 5 месяцев. Вот мы будем отмечать. Давайте на стол накрывайте. Накрывайте на стол. Вот так вот, да? Молодец. Вкусные лапки, да? Конечно, вкусные. Мои лапки. Это мои лапки. Владик кусает. Он уже взрослый. 5 месяцев, и он уже вот так умеет кушать. Кашку рисовую, говорит, люблю. Давайте. Кашку. Ку-ку. А ну сделай так. Сделай. Да. Владик должен показать нам сегодня приемы кувыркания на кровати. Как он умеет? Почти в 6 месяцев. Вот сейчас он показал вам переворот со спины на живот. Пытается ползти, только не вперед, а назад. Он хочет слезть. Слезть хочет с кровати и пойти уже пешком. Вот, пытается слезть. Вот, кувырок еще один был. Еще один ковырок был. Он сам удивлен этому, как это он так кувыркнулся. Опять ковырок. Ковырок на живот и слез. Молодец. Владику сегодня 1,5 года, и он перебирает конфетами. Вот, перебрал. Вот так берете и открываете. Двумя можно руками. И там лежат всякие штучки. Очень полезные для меня. Вот это, например. Пакетик. Зачем он, я не знаю. Ну, скорее всего, для моей соски. Вот. Я закрыл шкафчик. Вот. Сейчас я попробую развернуть пакетик. Потому что даже папа с трудом его открывает. Тут очень сложная система. Кушать на природе намного круче. Средняя готова. Нет, нет, давай сюда, я острие сделаю. Да, чтобы землю воткнуть можно. Вам. Предварительные полеты. Как он умеет прыгать. Тренировочный. И вот так. Как высоко, да? И вот так и все. Вот я как вам. Вот. Виталик. Владик, при этом еще довольный очень.